Не потух он внутри, с ним во тьму иду, полный им туда вперед стоит, где грозный вид. В небо тянутся худые больные кроны, и в мой путь далек. В ту степь злая угрюм, путик мой рэп дарью, кутал лучше мрак, сел сам, жду кулака над головой, нам всем знать. Я по неволе, недовольный с***ин сын на боя поле, пропускаю хуки в щель, довольно больно. Кто-то бы напуган был, но я пру как бык, а не бьют как ты. Действительно, уходящая неделя заставила почитателей рэп-музыки считать дни до намеченной даты. 20 ноября в столице Донецкой Народной Республики после продолжительного перерыва выступил российский рэп-исполнитель Рэм Дига. Как зеленых в траве, я целовал колени, горел, вольный как ветер с этих степей. Ох, если б я знал о суке войне, что задымят родные поля, ты закричишь, смотри, не выгоря. По мнению организаторов выступления, представителей творческого объединения «Новый уровень», спустя 2 года войны Донецк возвращается к нормальной жизни. И приезд артиста такого масштаба тому подтверждение. Концерт, состоявшийся в пятницу 20 ноября, сам исполнитель посвятил миру на Донбассе. Роман Воронин, более известный широкой публике под именем Рэм Дига, без преувеличения один из ярчайших представителей ростовского сообщества российской хип-хоп-культуры. Обрел широкую известность благодаря оригинальной манере исполнения, в чем, собственно, и проявляется яркость этого рэпера. Как дела, тело, как дела? Сбавь педаль, тело, глянь сюда. Я брат пирахола, став матер, готовил дома, я сюда принес. Накидай, говорю, дела, как у меня такси было, пока тебя не увидел в этом платье, мило. Но как факел в мире для такого, как я, большого, как тангада с гидрой. Рэпом Роман, как и многие, увлекся еще в школьные годы, после того, как друг дал послушать альбом группы Onyx Shut Em Down. В 10 лет Роман начал заниматься в музыкальной школе, что позднее вылилось в увлечение битмейкерством. Дома, имея гитару и 2 синтезатора, начал делать аранжировки, параллельно делая первые шаги в исполнении треков. Оригинальность стиля – это жесткая лирика, положенная на плотный бит. Несмотря на очевидность лирического героя Романа, который в раннем творчестве автора представлен злым и нелюдимым, и вообще со всех сторон антисоциальным типом, широкую популярность Рэм Дига приобрел как раз-таки благодаря альбому любовной лирики «Черника». Грубые анализы и исследования нежной темы пришлось поклонникам по вкусу, несмотря на то, что большая часть творчества Романа – это мрачные треки о суровых жизненных реалиях автора, под аккомпанемент аутентичных инструментов. Покажи мне отметины времени, мой друг. В кожу впитанной битами это племени злой дух. Клеймо бараков, где зубы вылетают аж на раз при драках. Блажь для масс, это алая влага. Стой. В целом же творчество Рэма можно охарактеризовать как продолжающее традиции ростовского хип-хопа, в частности групп Каста и Песочные люди. Миссионер ножа, профессор ужаса, маэстро грабежа, творитель вдов. Популярности артиста никак не помешало несчастье, произошедшее с ним в 2006 году, когда Рэм Дига получил травму позвоночника, выпав из окна 4-го этажа. Официальная версия – несчастный случай. Началом карьеры рэпера принято считать участие в проекте Suicide. В составе группы Роман записал альбом «Брутальная тематика», но известность пришла к нему, пожалуй, после его сольного альбома «Периметр» в 2009 году. Среди фанатов пластинка признана эталоном своего жанра и классикой творчества Диги. Это там, где ненужная кома, где мимо дома следы кет нарисованы снова, где заколачивают наспех паря, то, что молодит и в это же время невидимо нас всех старит. В 2011 году вышел 2-й сольный альбом «Глубина». Рома не изменил своему стилю. «Глубина» — это по-прежнему недобрые песни, злые стихи, грязный стиль. Хардкорный альбом «Глубина» еще больше укрепил позиции исполнителя в русском рэпе, после чего последовала совместная с Black Market пластинка «Убитые параграфы». Я не пущу людей сюда, занят срочно всегда, точно всегда, точно сектант без страха. Рома, Ром, открой!
В июле 2012 года состоялся релиз альбома-компиляции «Крокодил говорит», в который вошли батловые и совсем новые треки. О подготовке нового экспериментального альбома, который записывался параллельно с «Глубиной», Рем-Дигга объявил перед выпуском последнего. Он заранее огласил его название «Черника» и планировал выпустить весной 2012 года. Однако из-за пересведения альбом появился на свет лишь 15 октября. Сам исполнитель заранее предупредил поклонников, что этот альбом будет лиричным, где будет много вокала, романтики и минимум совместных композиций. Дома рано выросла, рано выросла. Дома рано выросла, рано выросла. Несмотря на то, что 13-й год Роман ознаменовал одним мини-альбомом, носившим название «Корень», уже в следующем году жадных до творчества фанатов Роман забросал новинками. Так, 8 января 2014 года состоялся релиз совместного с группой «Чемодан» альбома «Одна петля». А уже 31 августа этого же года был выпущен долгожданный 4-й студийный лонгплей «Людоед». А под конец года, 29 октября, состоялся релиз совместного с FD Вадимом альбома «Граната». Умереть, перестать бомбить, умереть, с пути сойти для Дии. В сеть полетит граната, скоро сын, смотри, сиди, следи. Я заберу взамен ваш пыл, рэпер, ди клубный рэкетир. Старый дед в эфире на сцене с 7 до 10. Такой трудоголизм не мог не принести свои дивиденды в виде постоянно увеличивающегося гастрольного графика. Несмотря на то, что рэпер до сих пор для передвижения использует инвалидную коляску, он продолжает успешно выступать и радовать поклонников новыми треками. В данный момент, по словам артиста, идет работа над новой пластинкой, продолжением альбома «Черника», который будет называться «Черника и Циклоп». Донецк не впервые принимает Рем-Диггу у себя в гостях, и каждый последующий приезд становится еще жарче и душевнее. Чтобы панчить бить в кое-что. Крок ни разу не мальчик, чтобы он слил бой псу. Вместо батла лопаты и дальше рип, гроб, грунт. Моя шайка считает это из хип-хоп тру. Крокодил ползет по дну, потонул по дню под одну петлю, чтобы вечером вернуться подарить этюд. Улицы кричат, тихий дон, дикий-дикий юг. Улицы не принимают чат и твуликих внук. Помни, кроха посыла соп, крокодила соль. Я копил ее еще давно, я тут ходил босой. На фруктах крутил басок и бубнил дерево. Потом, как закинули гранату, когда-то три негра в дом было. Поверь, сына, почти что все было. Я уверен, тебе мир не раз тоже в нос все к пырам. Прошло много лет, но крепче ни кровь не остыла. Мы с вами те же, верно? Одна любовь мира. Мои люди вскрывают рот, погоду снова будет засекать. Одна любовь вдруг не желана. Я слышу крик на зал и катаю. Мои люди вскрывают рот. Слышу я голоса, живу я снова вижу как руки в небеса. Слышу я голоса, живу я снова вижу как руки в небеса. Слышу я голоса, живу я снова вижу как руки.